Знервованість. Переляк. Стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Здравствуйте. Здрасте. Что обсуждаете в чат-рулетке? На тему войны не хочу говорить. Я вообще слово «война» не произносил, а спросил, что обсуждаете в чат? Что обычно здесь обговаривают, я без вас знаю. Я вас четко спросил. История мне больше интересует. Вот, поехали об истории пообщаемся. Вопрос задать давайте можно? Да, пожалуйста. Какую последнюю книгу по истории, кроме учебника и художественной, вы читали? Научную, научно-популярную, документальную, мемуарную? Пожалуйста, я назову несколько книг. Петр Петрович Толочка. Замечательно. Какую книгу я читал? Какая-то книга достаточно старая. Что-нибудь новее читали? Следующая книга. Николай Иванович Ульянов. «Происхождение украинского сепаратизма». Угу. Третья книга. Это к истории не имеет отношения, вторая книга. Ну, вы так считаете. Ульянов так, не историк. Вас же не приглашают читать лекции. Историк Ульянов не историк. Все остальное меня не интересует. Приглашают меня и не приглашают. Третья книга какая? Наталья Алексеевна Нарочницкая. Нарочницкая история. Мировой историк. Замечательно. Давайте пообщаемся о книге. Давайте еще могу еще назвать. Тим Рипли, «Вермахт». Замечательно. Вот. Давайте выберем Лен тему. Лис. Я понял. Давайте выберем тему для общения. Я понял. Что Первая мировая война, очень много книг. Давайте по Первой мировой пообщаемся. Давайте. Что-то мы узнаем. Давайте. Что вас интересует? Какую тему? Причины войны, последствия войны. Давайте я вам вопросы задам по... Давай. История Украины, которая меня интересует. Нет, так мы же по Первой мировой, вы сказали, будем. Я буду разные вопросы задавать. А, разные? Хорошо, давайте по первой. Назовите по первой. Давайте первой. Так, вы вопрос, я вопрос. Потому что вы не прокурор, я не подсудимый. У нас с вами диалог. И будем обмениваться вопросами. Пойдет такой формат? Давай. Я первый задаю вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Назовите, пожалуйста, те сражения крупный, который Российская империя выиграла в ходе Первой мировой войны. И как она воевала на вас? Галицкую битву выиграла в 1914 году. Брусиловский прорыв в 16 году. Это то, что я помню. Еще какие-то называть? Или этого достаточно для вас? Хватит. Я помню две. Этого мало. А на Кавказском фронте какие были? На Кавказском фронте взяли Карс, взяли там еще какой-то городок. И... Ну, теперь я, наверное, имею право задать вам вопрос, правильно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Почему Россия не принимала участие в подписании Версальского мирного договора по окончанию Первой мировой войны? Вы об этом прекрасно знаете, потому что Российская империя 2 марта 1917 года прекратила свое существование. Хотя, как пишет Наталья Алексеевна Нарочницкая, на постоянном проводе с президентом США Вудро Вильсоном находился Литвинов. Фразу я всю понял. Я так и не понял, почему не приняла участие. Потому что страны ее не было. Российская империя была страной, которая была участницей Антанты. Угу. 2 марта произошел государственный переворот, в результате которого русский государь Николай I был отрешен от власти. Николай II. Вы ошиблись немножко. А я как сказал? Николай I. Ну, это оговорка. Не, извините, пожалуйста. Как говорил Гоголь, юность прекрасна, старость ужасна. Ну, это хотя оговорка, я понял. И у вас вопрос, давайте по Первой мировой. По Первой мировой войне? Ну да. Как шла модернизация? В принципе, все считают, что Российская империя была не готова к войне. Вот. Как шла эта самая модернизация, создание военно-промышленного комплекса в Российской империи? Что было построено? Без понятия, как она шла. Главный результат. Россия была не готова к войне. На 16-17 год снарядов на фронте уже не хватало.
Совершенно неверное утверждение. Достаточно почитать мемуары Людендорфа, он пишет совершенно другое. Значит, я вам докладываю, к концу... Мемуары Людендорфа. Военных, кто-то один должен говорить, надо уважать друг друга. А, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мемуары Людендорфа, я все-таки вас перебью. Как любые мемуары, не являются точным свидетельством. И господин Людендорф не знал о модернизации, которая происходила в российской армии. Поэтому в данном контексте отвечать и опираясь на мемуары Людендорфа значения не имеет. Если вы сказали, что вы специалист по модернизации военной промышленности России, то, пожалуйста, расскажите, какие же заводы были модернизированы, построены военные в период Первой мировой в России. Ну, я так это сам навскидку сейчас кое-что вспомню. Значит, благодаря химику Ипатьеву была создана с нуля химическая промышленность. Значит, военная промышленность выросла в 10 раз. Об этом даже говорил... А почему ж тогда снарядов не хватало в 16-17? Снарядный голод был в 14-15 году. Угу. А снарядов, оружия, боеприпасов хватило аж на 4 года гражданской войны. Поэтому это ложь, понимаете? Угу. Когда мы говорим, что Россия была не готова. Не готова. А что... даже посмотрим, где я проходила линия фронта. Все, я понял, спасибо. Не кипятитесь, спасибо. А что ж тогда Россия проиграла? Только потому, что государственный переворот? Значит... Основная причина, да, после отрешения Николая II. Я понял, все, спасибо. Основная причина — госпереворот. Я понял. Не надо как бы рассекаться. После этого начал рассыпаться кровь. У меня просто как бы есть дополнительный вопрос к этому. Если основная причина госпереворот, то тогда почему июньское, июльское наступление 17-го года, которое организовывало временное правительство, оно провалилось? Вы говорите, что уже и голода не было снарядного, и все было модернизировано. Тогда почему же не удалось наступление? Ну, я ж хотел на этот вопрос ответить, вы меня перебили, потому что это уже была не та армия. Если вы помните, после вот этот знаменитый приказ номер один, когда начали выбирать... армия распалась, я понял. На разложение армии пошло. Если вы посмотрите, основной поток дезертиров, он пошел именно после отречения. Даже если почитать текст присяги, которую давал в Российской империи, там понятно, кому присягали. Три опоры, это самое, первая опора рухнула, начала развалиться страна. Я понял вас. У вас какие-то вопросы есть? Именно по Первой мировой войне? Ну, как бы мы пока в первой крутимся. Или вам еще задать вопрос? А давайте про Восточно-Прусскую операцию поговорим. Я не помню так подробно о военной операции. Давайте причины поговорим. Мне очень интересно. Причины войны или причины военной операции? Давайте так сформулируем вопрос. Могла ли Российская империя избежать участия в Первой мировой войне? И дополнительный вопрос. Это вопрос называется... Читали ли вы книги о Первой войне Николая Павловича «Политики»? Нет, «Политики» не читал. Возможно ли были избежать войны? Я не знаю. Это вопрос, который в украинском языке называется «як бытология». Это не история. Это альтернативный, так сказать, взгляд. Меня интересует другой вопрос. Были ли у России какие-то территориальные претензии до начала Первой мировой войны? Значит, там проблема была с Черноморскими проливами. Черноморские проливы — это были легкие. Они играли тогда ту роль, какую играл в современной Российской Федерации «Газпром». В 1912 году, если я не ошибаюсь, проливы были закрыты. Россия несла колоссальные убытки. Вот, соответственно, хотела ли Россия завоевать какие-то территории в Европе, в Азии, или у нее не было территориальных планов? Я еще хотел Скобелева друзить на Царграде русский флаг. Теперь он к этому был близок, там уже мешалась политика. Хотела завоевать Константинополь. Хотела, и что? Не, ничего. Как и немцы считали жизнь. Я же не против, не надо так возгорать. Все имели империалистические планы. Все страны. Просто, Россия не исключение. Я читал, «Политика» писал, вот когда произошла встреча немецкого посла, фамилию Пурвулеска, что ли, его было, с министром иностранных дел Сергеем Сазоновым. Ну, он так разволновался, потом отошел к окну, заплакал и оставил папку. И в папке было два документа. Если Россия
объявит мобилизацию, начать войну, и если не объявит, тоже начать войну. То есть Россия не могла избежать. Тем более, вы же прекрасно, вы же историк, вы прекрасно понимаете, что Россия проиграла русско-японскую войну, потом была революция, это самое, потеряли две эскадры, то есть она была не готова, шло перевооружение, реформа, то есть она была заинтересована в оттягивании войны, но просто избежать не удалось. Ее было можно было избежать, если бы между Германией, Кайзеровской Германией и Российской империей был вырыт Атлантический океан. Ну, вы. Я понял, спасибо. Я, кстати говоря, хорошо отношусь к российским царям, я их всех уважаю, так же, как вы, допустим, уважаете. Да это ваше Бандеру, право, я вас не спрашиваю об уважении к вашим царям, абсолютно меня это не интересует. У вас еще какие-то вопросы или уже эту тему закроем? По Первой мировой войне. Ну, если бы там, как вы считаете, если бы вот это страшное злодеяние, которое произошло в Пскове 2 марта, в котором принимал участие этот подонок русский, все-таки не произошло, это самое, как бы, ну, это, конечно, вопрос такой, если бы докабы, наверное. Ну, опять-таки, вы задаете вопрос, на который нет ответа. Ну, зачем задавать эти вопросы? Не, вы можете сами смоделировать, может, у вас есть какие-то... Мы можем моделировать все, что угодно. Смысла в этом моделировании для меня лично нет никакого. Моделировать имеет смысл в военных училищах. Вот там моделирование военное имеет смысл. То есть мы знаем конкретный расклад на конкретном участке фронта, мы знаем, как действовали вооруженные силы. И вот тут вот имеет смысл моделирование для того, чтобы обучиться военному искусству. А в истории моделировать какие-то ситуации смысла не имеет. Ну, если говорить по факту, то Первую мировую войну проиграли те политические силы, которые подписали похабный Брестский мир, определение Ленина. Их, если не ошибаюсь, звали большевиками. Николай II с Кайзеровской Германии никаких документов не подписывал. Да я ничего не имею против вашей сентенции, господи. У вас какие-то были вопросы там по истории Украины, вы что-то хотели задать? Да, там по истории Украины, поскольку вы почему-то... А почему вы... Ну ладно, потом задам, если у вас время есть, это самое, впереди ночь длинная, мне времени хватает. Скажите, пожалуйста, что делал гетман Сагайдачный, его же фамилия, если не ошибаюсь, Канашевич, в 1618 году под Москвой? С какой целью он пришел убивать своих братьев по вере? С простой целью освобождать Владислава IV, будущего короля Польши, он тогда был наследником престола, из российского плена. А там я... Какой вы, наверное, целью, лучше, конечно, знаете. Братья по вере. Какое имеет значение вера в том контексте? Ну, мы же в одной, в принципе, тогда той вере, правильно? Вера одной, церковь была разная, у вас был свой, у нас был свой. Здесь были православные. И что? Православные между собой не воюют, то есть, что ли? То есть у него были какие-то обязательства. Наверное, польский королевич Владислав помог ему поднять булаву. Он же, по-моему, терял булаву, там какие-то сложные были процессы. Вот расскажите об этом. Королевич ему никак не мог помочь поднять, или потому что гетьман призначался исключительно действующим королем, а никаким не королевичем. Ну как может королевич назначать гетманом человека, если это не входит в обязанности королевича? Я помогал вернуть булаву. Давайте немножко... Не знаю я об этом. Не знаете? Нет. Ну я, насколько знаю, он там шел, все вот это там, значит, грубо говоря, территория современной Калужской области, там все выжигал. Ну так это нормальная практика для средневековья и раннего нового времени. Нормально, правильно. То есть только казаки выжигали, а русские войска никого не выжигали, на кол не сажали, трупов из могил не доставали, как это было в 1709 году при первом уничтожении Петром I Запорожской сечи. Ну, нормальная практика для 17-18 века. Кстати говоря, Петр I как бы гетманство все там это отменило, а потом, если бы Меншиков при Екатерине I все это вернуло, почему-то это украинцы, это как бы этот поступок Меншикова не одобрили. Кто вам сказал, что значит одобрили, не одобрили? Да, после смерти Мазепы был избран, кстати, Скоропадский.
Это еще... Скоропадский, Орлик, это, Орлик это был еще... Гетмана, по-моему. И Орлик был в эмиграции Гетмана. В эмиграции, да. А на подконтрольной России территории Гетман Скоропадский. Почему вы говорите, что Петр Первый отменил? Он разрешил выборы Гетмана. Ну, выборы уже в кавычках на тот момент. Там вообще и позиция Скоропадского во время Полтавской битвы была интересна, насколько я понял. Там изначально, насколько я правильно понял, шведы жеманули, как бы сложилось такое впечатление, что русские сейчас выдрогнут. И он отправляет своего там казака в ставку к, это самое, Карлу XII, но Карл XII был не тот, он был где-то там в гуще, его там не нашли, типа хотел приметнуться. Потом ситуация поменялась, начали русские давить, и он типа остался с русским. Не правда? Я не знаю. Вы знаете такие подробности, которые я не знаю. А где вы такое вычитали? Я очень много книг читаю. Вот это самое. Вот есть еще, сейчас покажу книга, это самое, «Пропавшая грамота. Неизвестная история Украины, Руси. Андрей Дикий». Ну, он, в принципе, писатель, но, в принципе, интересно пишет. Там вот хронологию по... Интересно писать Украины, может Руси. И Вася Пупкин. Другое дело, что эта история либо имеет отношение, либо поэтому не имеет. Поэтому я и спрашиваю ваше мнение. Вы же лучше знаете историю Украины. Я знаю эту историю Украины, но таких подробностей, о которых вы говорите, эти подробности мне неизвестны. Я же не могу в подробностях знать действия будущего гетьмана Скоропадского во время Полтавской битвы. Извините, это выходит за, так сказать, за рамки моих знаний. Таких подробностей. Расскажите мне на вопрос еще вот эта история с Батуринской резнёй, там разные интерпретации, там 10 тысяч убитых, там да, копали, там, ничего не нашли. Уничтожили все, что значит копали, ничего не нашли. Не, ну, уничтожили все население Батурина, а укрепление Батурина сравняли с землей. А количество населения, которое уничтожили, конечно, я сейчас навскидку вам не скажу, это же нереально. Обождите, если мне не изменяет память, хотя память женского рода одна из изменчивых, Батуринская резня началась 3 ноября. Не там летучий отряд Александра Даниловича Мельчикова подошел к Батурину, там шел процесс переговоров. Так в чем суть вашего вопроса, слушайте? Так мне уничтожили вопрос, или не уничтожили? Нет, вопрос понятно, это самое. Уничтожили только... польских сердюков, которые находились непосредственно в крепости. Уничтожили все население Батурина. Да он не мог уничтожить, потому что он третьего зашел, четвертого или пятого... Открывайте работы Татьяны Таировой-Яковлевой, специалиста по украинскому казачеству. Почитайте какую-то приличную литературу. Значит, я вам объясняю. Вот если вы мне сейчас предложите $1 миллион, скажете, вот тебе $1 миллион, мы должен прочитать труды Игоря Данилевского... или Татьяны Таировой-Яковлевой, я читать не буду. Почему? Кто такая Татьяна Таирова-Яковлева? Доктор исторических наук. Значит, замужество Таирова, девичья фамилия. Смотрите, Яковлева. Доктор вот. Исторических, доктор исторических наук. За кого она выходила замуж и сколько раз? Меня это не интересует. Вы спросили, кто такая Таирова-Яковлева? Я вам хорошо отвечаю. Доктор исторических наук. Практически единственный специалист по украинистике, литуанистике, белорусистике на территории Российской Федерации. И когда мне начинают рассказывать, что кого-то не устраивает биография Таирова-Яковлева, меня абсолютно это не интересует. Я читаю работы доктора исторических наук, а не биографию. Поэтому вместо того, чтобы читать книги каких-то пропагандистов, которые только что вы мне показали, это явно пропагандистская книга, почитайте хороших своих же историков. Почему вы их не хотите читать? Есть это академик Национальной академии наук Петр Петрович Толочко, считается пропагандистом. Петр Петрович Толочко на сегодняшний день однозначно считается мной пропагандистом русского мира. Если брать его работы... По археологии. А он археолог профессиональный. И археолог, директор института. Я в курсе. Вот. Если брать его работы по археологии, к ним у меня претензий нет и быть не может, потому что Петр Петрович археолог профессиональный. Когда профессиональный археолог Петр Петрович Толочко начинает писать книги об истории Украины, где он особенно не шибкий специалист, плюс
и тональность этих книг, и изложение фактов, и все остальное, что он там делает, я для себя лично делаю вывод, что это типичный пропагандист русского мира. И читать его книги по истории Украины, я читал его книги по истории Украины, прочитал, понял и отложил. Поэтому нужно читать Данилевского, он специалист по древней истории Руси. Нужно читать Таирову Яковлеву, которая специалист по средневековью и по раннему новому времени. Можно ответить? Почему вы с порога отметаете людей, потому что вам... Можно ответить? Ну, я же закончу фразу, но вы прерываете меня в самом конце. Я с удовольствием выслушал вас о Первой мировой войне, вы начитанный человек, и как бы у меня к вам никаких вопросов и претензий нет. Вот. Поэтому почему вы не читаете своих же хороших авторов, вот это я понять не... То есть я могу понять, но как бы хотел бы услышать ваш ответ. Если доктор исторических наук Татьяна Таирова-Яковлева говорит, что смута в России началась после смерти Ивана Грозного, у меня становится все ясно, что это за история. Позвольте, а когда же началась смерти... смута? Ну, я же хочу добавить... При жизни Ивана Грозного? Нет, я же отвечу, я же отвечу. Да-да. После смерти Ивана Грозного на Руси, ну вы не любите говорить, Московское царство, сменилось три царя. Сын Федор, он, по-моему, царствовал лет 13-15, потом образовалась новая династия, Борис Годунов, который там лет 8 где-то правил, и последний был Федор, его сын, которого удушили опричники Лжедмитриева. Прошу прощения, это было после смерти Ивана Грозного? После смерти. В чем проблема, в чем претензия? Смуты, дайте договорить, дайте сказать. И начало смуты считается в русской историографии смертность Федора Годунова 1605-1600. Это было после смерти Ивана Грозного. Возможно, вы не поняли фразу, которую произнесла Таирова Яковлева. Возможно. Возможно, на гранды. Возможно, она оговорилась. Но она специалист не в смуте. Она специалист в украинской, белорусской и литовской истории. И из-за того, что где-то историк оговорился, либо сказал неправильную фразу, из этого делать вывод, что такого историка читать нельзя. Вот когда Петр Петрович Толочко несет, извините, с моей точки зрения, полнейшую ахинею по истории Украины, не одну фразу он где-то там неправильно оговорился, а полнейшую ахинею, извращая историю Украины, я говорю, что вот как археолог его нужно читать, он здесь специалист, а вот это не нужно читать, он здесь не специалист. А у вас получается, когда российский историк, не специалист в смуте, вдруг произносит какую-то фразу, которая вам не нравится, вы начинаете говорить, вообще этого историка читать не нужно, потому что вот в этой фразе он где-то ошибся. Я другой пример приведу. Давайте вернемся к знаменитому Переславской ради 1654. При чем тут пример? Меня интересует ваш общий подход. Если историк где-то ошибся в конкретном моменте... Нельзя читать Таирову Яковлеву, потому что 2-3 предложения в ее творчестве вам не нравятся. Я только пример один привел, а могу еще аргументы привести. Я слушаю внимательно. В 1654 году произошла Переславская рада. Кстати, русский царь не хотел это самое. Он прекрасно понимал, что это будет война с Польшей. Ближе к делу. Хотел, не хотел и так. В чем проблема? Ну, она типа сказала, что во время Переславской рады не все присягнули. Там присягнул казацкая старшина, но не присягнул, самое главное, не присягнул кто? Митрополит Киевский, да, Косев. Сильвестр Косев не присягнул. И что? И русский царь. Подождите, подождите, не кричите. Вы очень сильно как бы кричите, чего вы... Так я в армии 20 лет служил, поэтому командный голос. Я понимаю, не кричите. Спокойно. Так вот, не присягнул Сильвестр Косов, не присягнул Чернобыльский полк и так дальше, не присягнул полковник Бугун. Что-то неправильно написала здесь Татьяна Таирова-Яковлева? Или вывод, по-вашему, она сделала неправильный? Обождите.
смысле еще стоит в том, она не сказала следующее. То, что посольство Батурлина поехало потом по всем городам и весям, ну, гарнизованным населенным пунктам, и присягнуло 185 населенных пунктов. Тогда присягали главы семей. Она об этом не пишет? Подождите. Она об этом не говорила. А в какой работе она не говорила? Может, она в одной работе не говорила, а в следующих работах? Это я слушал видеолекцию, а так конкретных книг меня нет. Так подождите. Ну, так извините, товарищ бывший военный. Если в какой-то лекции, которую вы слышали, она не сказала... Я в Киеве учился. Ну, это не имеет значения. Ну, если в какой-то лекции Татьяна Таирова-Яковлева вдруг не сказала факт, который вы знаете, а она в этой лекции не сказала, зато во всех остальных ее книгах, у нее целая книга по Переяславской Раде, кстати, есть, рекомендую почитать. А в этой книге расписано все, вы почему-то делаете выводы те, которые вы хотите делать. Вам в силу ваших политических воззрений очень нравится воззрение господина Толочка. Не потому, что он хороший историк, а потому, что его политические воззрения совпадают с вашими. Ульянова нравится. Еще раз говорю, вот когда вам нравится... какие-то политические воззрения автора, независимо от того, насколько он грамотный специалист. И когда вам не нравится почему-то биография Таировой Яковлевой, которую вы начали мне рассказывать, и почему-то... Вы меня перебили, не дали это рассказать. А зачем? Это не имеет отношения к работам. Подождите, давайте без лирики, зачем вопрос. Вы кричите? Скажите, пожалуйста. Зачем вы кричите? Вы даете мне даже фразу закончить. Я вас пару раз перебил, извинился за то, что я вас перебил. Вы постоянно меня перебиваете и кричите. Но вы не на митинге, господин, кто вы там, полковник, подполковник, капитан в отставке, я же не знаю вашего. И фамилия на О заканчивается. У меня, например, фамилия на О не заканчивается, но тем не менее я украинец. Это не имеет никакого значения. На О заканчивается, на У, на А или на Я. Давайте по делу, мы все... Все, я высказался. Я не люблю, когда на меня, во-первых, кричат и перебивают. Я два раза перебил, попросил прощения. Извините, я тоже проношу. Я хочу задать вопрос по Яковле конкретно. Скажите, пожалуйста, какие на книги написала она на грант Канадского института украинских исследований? Почему вас смущают гранты? Не, ну вы просто ответьте на вопрос. Не знаю. Для этого мне надо взять мобилочку, посмотреть и так дальше. Система грантов существует во всем мире. То, что отдельным гражданам Российской Федерации под воздействием вашей же пропаганды, а у вас куча историков писали на те же гранты, но вы об этом не хотите вспоминать, потому что это вам невыгодно. Да при чем здесь расскажите? Это мне нужно сейчас прошерстить. Если не помните, не говорите. Хотите сказать, что ни один российский историк до 2014 года не писал на иностранные гранты? Ложь. Писали. Назову, кто писал. Писали. Михаил Сергеевич Вышевский писал Макбенские гранты. При чем здесь я говорю о современных российских историках? Современные российские историки, точно так же, как современные украинские историки, во всем мире принята система грантов. Если вас смущает система грантов, это ваше личное мнение, которое вас смущает. Надо смотреть не на гранты оно написано, либо по государственному заказу, надо смотреть на качество работы историка. А вы смотрите... На биографии, вам не нравится биография Таировой Яковлевой, вам не нравится, что она писала это на гранты и так дальше. Это мировая система, то есть, мне понятно, я для себя вывод сделал, у вас есть какие-то вопросы по истории, а не по биографии Таировой Яковлевой, которые я не знаю биографии Таировой Яковлевой. Пожалуйста, давайте по истории задам вопрос еще. Да. Вот. Вы на Украине, там, наверное, благодаря Институту национальной памяти, есть такой праздник, Конотопское сражение, которое было, по-моему, в 1659 году. Ну да, и что? Вот. Расскажите, пожалуйста, какие там были реальные потери? Там русское войско потеряло
поражение. Ну, вот. Потерпело поражение русское войско. В чем суть вопроса? Какие поражения потерпело русское войско? Сколько было, значит... Не знаю. Не знаете. Не знаете, понимаете, молодой человек? Я тоже я могу... Я старше вас. Ну, неважно. Вам сколько лет? Столько вам? Вам 58, мне 59, наверное. Ну, да. Примерно, хорошо. Вот 60. Там. Ну, хорошо, вам неприятно, что вас назвали молодым человеком, но старым человеком я вас тоже называть не буду. Вы же не представились, меня зовут Виталий. Вас как зовут? Меня Валерий зовут. Валерий. Так вот, я, понимаете, смысл ваших вопросов для меня непонятен. Давайте я вам задам вопрос соответствующего типа. Сколько российских войск принимало участие в сражении под Кунерсдорфом во времена Семилетней войны? Ответ нет, для меня эта тема неизвестна. Понимаете, вы задаете вопросы, у кого... Вы же историк, а я так... Подождите. Историк не означает, что я знаю на память все даты, все битвы и количество участников, понимаете? Это абсолютно абсурдные вопросы вы задаете с моей точки зрения. Если с вашей точки зрения это не абсурдно, ну как бы, ну, я ничего не имею против. Но я не могу знать все битвы, количество участников, количество погибших, раненых и другие санитарные потери. Нет, это смешно, понимаете? Смысл в том, как, насколько я понял, там считают, что якобы там было чуть не 100 тысяч погибло. Ну, кто считает? Как считает? Ну, это методика подсчета. Хорошо. В чем суть вопроса? Одни историки считают, погибло 50 тысяч, другие считают 48. В чем смысл вопроса? Кто из этих историков более прав? Мы не знаем. У каждого историка своя методика подсчета. Смысл состоит в том, если все войско московского... государство полегло. Да не все войско там полегло. Насколько я знаю, полегла в основном... Дорога на Москву была открыта. Конница. На Москву дорога была открыта, но никто на ту Москву наступать и не собирался. То есть, суть ваша. Вы начинаете вопрос очень манипулятивно. Вот с точки зрения вашего института национальной памяти, да, для этого и существует институт национальной памяти. Для того, чтобы заниматься исторической памятью. Вы имеете представление, что такое историческая память? Но в отличие есть память, от истории. Память, есть же стерилизация памяти. Нельзя отказываться от этого. Я вас еще раз спрашиваю. Вы имеете представление о понятии в истории? Что такое историческая память, как она формируется и так дальше? Историческая память – это память о прошлом, о событиях, о участниках. О Нет, том, что это не память о прошлом. Я же говорю, вы не имеете представления. Понятие «историческая память». Но свой вопрос вы начинаете задавать с Института исторической памяти, какое оно отношение имеет к сути того вопроса, который вы задали, сколько погибло там людей. Ну, какая связь между началом вашего вопроса и окончанием вашего вопроса? Ну, если нет, это самая логическая связь, хотя отсутствие логики, это тоже логика. Скажите, отсутствие пожалуйста, логики, за что? Это отсутствие как правильно, логики. Выговский и Выговский? Выговский. Русские называют все время выговские. Русские называют украинец и украина. И дальше-то что? Хотя в словарях у вас написано Украина и украинец. Ну и дальше-то что? Что русские называют? Называйте себе как угодно. Так за что его поляки казнили? Не помню, не знаю. Не знаете. Вы задаете вопросы, типа, ну, понимаете, вы как преподаватель на экзамене, а я студент, которому читалась лекция. Я хочу больше узнать, потому что я интересуюсь историей. Если вы хотите больше узнать от меня, вы не узнаете таких подробностей. Я могу и всегда рекомендую людям читать литературу, называю авторов по периоду. Понимаете? А подробности я не могу в силу... того, что я не есть специалист в количестве погибших там и в причинах расстрела Выговского. Я помню, что я у Таерова Яковлева читал о причинах, почему Выговского расстреляли. Помню, что читал. Но, извините, эти подробности никто вот так вот навскидку в разговоре вам не расскажет. То это, ну, бессмысленно.
А ее же, по-моему, выгнали с Петербургского университета. Она конечно, выгнали за ее проукраинские взгляды, потому что это единственный человек, который в открытую сказал, что Россия... Не единственный. Не Возможно, в этом учебном заведении она единственный, которая сказала, что Путин преступник, и Путин напал на Украину. Это имеет какое-то... Ну, может, и не так, боже мой. У меня такое впечатление, что как бы не я блогер, а вы блогер. Вы цепляетесь за какие-то детали, показываете, что человек с той стороны деталей не знает. Не знает, человек не знает этих деталей. И что дальше? Я вам даже могу сказать, даже в МПГУ профессора то же самое говорили студентами по сей день работают. То есть нельзя сказать, что только одна Таирова Яковлева. Много таких людей, которые отрицательно относятся. Кого-то еще выгнали из этого университета, кроме Яковлевой? Про этот нет, я про МПГУ говорил, мне просто один профессор знакомый рассказывал об этом. То, что прямо так говорили, что осуждали действия России на территории Украины, хотя, извините, в Украине, вы не любите хотя на Украину, на Урал, на Алтай. Ну, у вас так сложилось, хотя с нашей точки зрения это неправильно. Потому что в вашем общественном мнении почему-то Украина никогда не была государством, поэтому у вас и сохранилась приставка «на» вместо приставки «в». Вы же не скажете «поехать в Урал», да? Как-то же не... На Урал – это территория. В вашем общественном сознании Украина не государство, а территория. И ничего не поменялось за последние 30 лет. Ваше общество как не признавало Украину государством, так и не признает, что и отражается в использовании приставки «на», вместо того, чтобы использовать приставку «на». Все мы признаем, это никто так... Это вы лично, возможно, и признаете. Ваше общество по социологическим исследованиям не признает Украину как отдельное государство, а украинский народ как отдельный народ. Вы, Валерий, возможно, лично и признаете. У вас еще какие-то вопросы есть? Да, вопросов много. Только не спрашивайте меня вопросы, сколько человек погибло при пересечении реки в 1711 году российской армии в прусском походе. В прусском походе? А что, были такие потери при прусском походе? Ну, и коню понятно, что кто-то там утонул при пересечении реки. Я, насколько помню, там это самое... Не знаю, насколько это правдоподобно, я, по-моему, слышал это от доктора исторических наук Владимира Медынского, которого вы тоже не любите, что якобы, когда... Как можно модель... любить Медынского, если все, которые читали его автореферат докторской, сказали в один голос, так на такую тему докторской быть не может, это абсолютный бред. Но, тем не менее, ей любили, присудили. Тем не менее, ему присудили докторское звание, хотя тема была, Ну, вы знаете, много таких докторов наук, вот, которые я раньше считал, что доктор наук – это действительно человек, который может... А когда начал интересоваться, так они такие вещи... Так вы ошибались. Это, наверное, и у вас, и у нас такое есть. Любой человек, он специалист, понимаете, вот в этой узкой точке. Специалист, как говорил Козьма Прутков, подобен флюсу. То есть он очень много знает о каком-то мелком вопросе, сколько коней утонуло в припрудском походе, понимаете? Все остальное, он обыкновенный профан во всех остальных вопросах, в том числе и по истории. Точно так же, как и я. Какие-то вещи я знаю, какие-то вещи я не знаю. Это нормально, понимаете? У вас логическая ошибка называется доверие к авторитетам. Вот это называется логическая ошибка. Ну, должно быть критическое мышление, надо, как говорится, это самое. Критическое мышление. Читать всех авторов, а не те, которые вам нравятся в силу ваших политических взглядов. Я сказал, что это самое читает только это. Вы так категорически высказались по поводу господ Данилевского и Таирова Яковлевы. Ну, я не хочу их читать. Никто вас это право... Ну, может быть, Яковенко я почитаю, там никто что-то еще. Кто это право... Есть еще другие историки. Яковенко читайте, Старченко читайте, специалиста по шляхте. Слава Богу, сейчас можно заказать книги почитать.
Да, не я получится вот хочу у вас книгу «Толочка. Украина в огне евроинтеграции». Вот мне просто интересно. Я ее закажу, почитаю. Ну, читайте. Я же говорю, ваши политические убеждения как бы мне понятны по списку ваших книг. Лучше считать действительно специалистов. Алексей Толочка, знаете, сын Петра Петровича. Знаю, сын. Вот. Вы читали его книгу «Очерки начальной Руси»? Я слышал только у него видео лекцию по источниковедению. Так мне понравилось. Это надо будет почитать. Почитайте. Почитаю. Шикарная книга. Очень критикуется в Украине историками. Но там хотя бы новые идеи и новое осмысление истории Руси. А не вот это вот буквоедство там было, не было, сколько коней поранило ногу и так дальше, сколько копыт перековали. Хотя для определенных моментов, конечно, это тоже имеет значение. Я вам сейчас про одну интересную историю расскажу, если у вас есть желание послушать. Она достаточно коротко. Это я слушал от Натальи Алексеевны Нарочницкой. Вы эту фамилию должны знать. Конечно, знаю. Вот. Дело в том, что ее отец родился в Черниговской губернии и учился в Киевском университете у Грушевского. Так вот, она рассказывала, когда студенты обращались к Грушевскому, товарищ профессор, пролетарского пришли, он говорил: «Гусь свинья не товарищ». Это вот я сам лично слышал. И то дальше есть, ну, то что? Такой, не, ну вот просто я к слову вспомнил, поделился. Я же не говорю, вы знаете о статусе профессора Киевского университета в царский период? Я знаю, что Киевский университет основал Николай I, по-моему, в 1827 или 1805. В каком? 1805. Это нет, это не Харьков. 1834. О, 34-й, да. И он тогда носил имя святого Владимира. Жаль, да, что переименовали, на мой взгляд, это более достойно. Но это большевики, по-моему, вклинились уже там. Я не об этом вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, читали ли вы что-нибудь о статусе профессора университета? Киевского университета? Да. Нет, не читал. Что по статусу профессор университета приравнивался то ли к полковнику, то ли к генерал-лейтенанту в военное время. А, вы это имеете в виду? Да. О том, что профессор не имел права пешком приходить в университет, даже если он жил за полквартала от университета. По статусу он должен был брать извозчика, понимаете, статус. И когда революция эти статусы уничтожила, вот, то, наверное, же Грушевский как бы для самоуважения сохранил к себе. А вы случайно, ну тоже вопрос такой... нестандартные, он вам не понравится. Вы не знаете, за какие заслуги Грушевский получил в Львовском университете кафедру? Ему там, по-моему, было то ли 26, то ли 28. А Львовский университет в Австро-Венгрии был такой достаточно серьезный. Знаю. Там открывалась кафедра восточных славян. Эту кафедру в Австро-Венгрии не было специалистов по истории восточного славянства на тот момент. Власть университета пригласила на кафедру Владимира Бонифатьевича Антоновича, профессора Киевского университета. А Владимир Антонович – это учитель Грушевского. А как раз в тот момент Грушевский защитил магистерскую диссертацию, причем все магистерские диссертации сдавались за счет студента, как бы сам студент должен был издать, подать там несколько экземпляров. А Грушевский написал там «Киевская земля», по-моему, в 12-13 веке, я не помню название, что-то о Киевской земле. И его учитель сказал, что нет, эту вот магистерскую диссертацию мы напечатаем за счет университета, то есть уровень написания работы был на уровне приват-доцента Киевского университета. Вот. И Антонович сказал, что я как бы не смогу поехать во Львов возглавить эту кафедру, зато у меня вот есть студент, который пишет магистерские работы на уровне приват-доцента университета. Что, вот он предложил кандидатуру Грушевского. Да, и молодой Грушевский в 20 там, с чем-то лет возглавил кафедру во Львовском университете. Действительно, студент, который из ряда вон выходил по своим знаниям, по уровню осмысления и так дальше. Так он же, по-моему, вернулся в Советскую Россию в 24-м году, да? Вернулся, да, ему в Советский Союз звание академика присвоил Грушевского. Там же даже была история, он должен был стать ректором, но что-то там не получилось, какие-то не там помню. Уже пошли
Работы, кстати, Грушевского можно было в советские времена, когда я учился, в советские времена работы Грушевского в Ленинграде и в Москве можно было заказать в публичной библиотеке и читать, а в Украине, в Киеве нельзя было заказать этих работ. Они были запрещены у нас. Так же всякое было. Но Грушевского не подвели репрессиям. Вот, он же вернулся уже не один, он там всю галицийскую братью с собой, по-моему, привез, да, когда начал проступать. Не знаю, привез, не привез. Да, репрессия. А первый уже свой дом, по-моему, написал. Он проходил по какому-то там делу, я не помню по какому. По-моему, по делу Украинского национального центра подпольно он проходил. Но потом его почему-то от следствия освободили и отпустили. Вот. А погиб вот как бы, ну, при невыясненных обстоятельствах, то есть мы знаем обстоятельства, историки несколько раз пытались разобраться, ну, как бы, ну, трагическая случайность вроде как. Он на лечении, что ли, умер там, да? Он в Кисловодске был на лечении, да. У него там фурункул где-то то ли на спине, то ли где вылез, ну, как бы вырезали. Может, помогли тоже. Возможно, ну, как бы разбирались, возможно, помогли, возможно, как бы это просто, ну, где-то сепсис внесли, хирургическое вмешательство, ну, так как и Столыпин умер в свое время. И когда его ранили, там раны были неглубокие, его тем более ордена спасли, там какая-то пуля в орден попала, какая-то там в руку. Это в Киеве было. Да, операция была как бы достаточно легкая, провели, пулю извлекли, все нормально, через 3 дня высокая температура и умер. То есть тоже как бы, кто его знает, может специально. Потом... Столыпина тоже никто не любил, ни левое, ни правое. Все были заинтересованы в его смерти. Да. Поэтому всякое бывает. Там же это самое, он же ходил в белом мундире, вот когда его ранили, это Багров, выступили эти красные пятна, он уже развернулся в царскую ложу и как бы перекрестил, вот такое считал Столыпин. Ну, дело не в этом, перекрестил он или нет. Он держал его такой до гроба, доски такой. Ну, дело не в этом, мы говорим о том, что есть медицинская ошибка, такое понятие. Все. Не, ну вы знаете, когда сделали вскрытие Столыпина, то там, в принципе, он был уже, это самое, там говорит, сердце было все изношено, там, ему было, по-моему, 49 лет, 48. Ну, возможно, что сердце просто операции не выдержало. Вот, да, и уже это самое, как бы, ну там сколько, 11, что ли, покушений, или сколько там было? Там, ну, да, он много пережил покушений, но как бы раны от выстрела у Багрова, они были как бы, ну, небольшими и не имели большого, да, значения. Ну, так же, как Ватутина рана тоже была вроде небольшая, тоже извлекли пулю. Кстати говоря, от пули бандеровской тупа. Бандеровской, да, однозначно. Да. Я, кстати говоря, к этому, я вот когда учился в Киеве, вот мы когда проходили, вот этот, я уже все время начальный курс смирно отдавали честь. То есть, вот как командующий Первым Украинским фронтом, да, это самое, ну, отдал свою жизнь за освобождение от фашизма, ну и так вот осквернить могилу. Ну, а почему осквернить могилу? Что значит осквернить? Ну нельзя, зачем было это переносить, это самое? А зачем в центре Киева, возле здания Верховной Рады, реально лежит труп? Зачем? Предлагали... Насколько трупов лежит возле Кремлевской стены? Это ваши проблемы. Это абсолютно, с моей точки зрения, нецивилизованная практика, когда в центре столицы у вас кладбище. Ну, да. С моей точки зрения... Это коммунистический некрополь. Это, да, нецивилизованная практика. А насколько я знаю, дочери Ватутина предлагали забрать труп отца, она отказалась. Ну, насколько я знаю эту информацию. В общем, несколько лет назад еще предлагали. Что значит осквернение? Осквернение, когда труп вывернули на улицу, выкинули, отдали собакам. Там убрали память. Дочь жива, по-моему, то ли в Москве, то ли в Питере. И была информация. Как бы за достоверность я не отвечаю, но несколько лет назад этот вопрос уже давно поднимался. Предлагали забрать. Ну, надо было, забрать. Он сам в Воронеже родился, надо было, конечно, останки перезахоронить, такое часто это самое. Так оно и должно быть так, и причем здесь осквернение. Там, кроме Ватутина, там же и погибшие в восстании, по-моему, на заводе «Арсенал» 17-18 годов, там еще какие-то там трупы, там в этом парке куча захоронений, кроме Ватутина. Это там вообще мне непонятно. В Советском Союзе было 11 тысяч, по-моему, 800 героев Советского Союза. Из них 2500 украинцев. Из 50 маршалов было 10 украинцев. Вот. Ну, это надо все... Слушайте, честного... Валерий,
Если бы Российская Федерация не начала военное вторжение в Украину, лежали бы эти трупы и даже в центре Киева. И никто особенно на них бы внимания не обращал. Понимаете? Есть понятие причинно-следственная связь. Как только вы начали свое вторжение, эти вопросы были подняты, и все, что связано с советским периодом, с коммунистической идеологией, должно быть как бы цивилизованно уничтожено на территории Украины. Не надо было нападать. Слушайте, я вот стараюсь, вот это событие, для меня это было полная неожиданность, это 24 февраля прошлого года. Я обычно, когда мне задают вопрос, я говорю, поскольку нет никаких документов, глубокого исследования, я комментировать не буду. Почему Путин принял такое решение, я не знаю это самое. Зачем глубокое исследование нужно? Я телевизор не смотрю, мне это неинтересно. Вот. У него, наверное, какие-то были документы. То, что вы говорите, что он документы? Я с этим не согласен. Я что-то не говорю, там... что он это... Нельзя говорить, что Путин сумасшедший. Таким образом, мы выводим Путина из-под следствия Международного трибунала. Он абсолютно вменяем, и как военного преступника его нужно судить. А причины, по каким он напал, не имеют на сегодняшний день никакого значения. Имеет значение факт нападения и последствия, которые они принесли Европе и миру в целом. Скажите, пожалуйста, вопрос хочу задать. Можно? Попытайтесь. В 1954 году Никита Сергеевич Хрущев передал Крымскую область. Не передавал Никита Сергеевич Хрущев, даже подписи его нет на документе. Тогда он еще, не, это было коллективное руководство, там подпись Ворошилова, насколько я знаю, стоит. Но решение было инициировано, короче, Хрущев, его была эта инициатива. Я не знаю, была ли это его инициатива. Хорошо, передача есть факт передачи, законно или незаконно? Конечно, законно. Полностью вот в соответствии с законодательством. Я читал, значит, соответствие советской конституции, передача территории из одной республики в другую должна, это исключительно прерогатива сессии Верховного Совета. Сессии все не было. Это было пропущено. Сначала президиум, потом это все было вынесено на сессию и так дальше. А по большому счету, это называется, даже если где-то были допущены юридические ошибки при этом, это в условиях единого государства Советский Союз, который был, не имеет ни малейшего значения. Это попытка найти оправдание для захвата Крыма в 2014 году и не более того. Ну хорошо, вот опять на тему территории войны. Территории передавались в 25-26. Севастополь был вообще в 48 году введен в отдельный субъект федерации. Кто вам такое Никто сказал? Никто же не спрашивал. Кто вам такое сказал? Указ президиума Верховного Совета РСФСР. Причем здесь указ? Есть Конституция Советского Союза, есть Конституция Российской Федерации, ну, Советская, есть Конституция Советской Украины. И если все эти конституции поднять, то в Конституции Советской Украины есть и Севастополь, и Крым. В Конституции Советской России нету ни Севастополя, ни Крыма. Все остальное сказки ваших блогеров. Ну, вот, хорошо, вот, поскольку это все-таки скатились, вот Украина взяла четко... Ну, так это же элементарный вопрос. Слушайте, открывайте хорошо Советскую Конституцию. У меня есть где-то видео по этому поводу. Открыли. Хорошо. В Российской Конституции нет, в украинской Скажите, есть. Скажите, пожалуйста, вот смотрите. Курс Украины на евроинтеграцию, вступление в НАТО. Допустим, вот 15-16 год, неважно, Украина стала членом НАТО. Возникает, естественно, где вопрос. Украина стала членом НАТО? Нет, есть, я говорю, если бы вот... Курс был такой, мы, допустим, сейчас абстрагируемся. Так подождите, да? Валерий, а Россия что, не брала курс на НАТО? Вы не сотрудничали с программой партнерства ради мира? Сотрудничали. Вот и все, так а в чем... Хорошо, смотрите, Украина стала членом НАТО. Вопрос, что делать с Черноморским флотом? Ничего не дело с Черноморским флотом. Южный берег Черного моря вообще принадлежит стране НАТО, называется Турция. Проливы Боспора и Дарданеллы тоже принадлежат стране НАТО, называется Турция. В чем проблема?
Что так Украина вот, шла, что Украина же... шла в НАТО, что Россия шла в НАТО. Все зависит от ваша сторона отказалась сотрудничать с НАТО, а потом начинает рассказывать какие-то сказки об угрозе НАТО. Подождите, вы продаете комплекс С-400 стране НАТО под названием Турция, и для вас это не есть угроза, а якобы вступление Украины в НАТО почему-то вы превратили в угрозу. Ну, это ж типичный пропагандонский материал. Ну, вы получили Финляндию членом НАТО, вы получите к концу года получите Швецию членом НАТО. У вас 1370 новых километров со страной НАТО, и вы спокойно сидите, извините, как говорит наш блогер Сергей Иванович, Киевская Русь, ваша страна сидит и жует сопли. Потому что не знает, как реагировать. Во все эти ваши сказки о вступлении Украины в НАТО провалились. Потому что Украина не член НАТО, а Финляндия член НАТО. И дальше что? Ну там же, по-моему, даже уставе НАТО написано, если страна имеет территориальные претензии с трения с соседней страной, то НАТО нету не может такого быть уставе членом. НАТО. Откройте нету? Устав НАТО, да и читайте. Может быть, я же не утверждаю. Турция, страна НАТО, владеет Северным Кипром. У нее территориальные претензии с Кипром. И что? Ну хорошо. Провалилась вот это ваше, вот это вот Украина НАТО, угроза НАТО и так дальше. Почитайте устав НАТО. Это оборонный блок, который абсолютно к России никаких претензий не имел вообще. И Россия, как и Украина, работали по программе «Партнерство ради мира». Это ваше внутреннее решение, вашего руководства Путина и его окружения. Сделать из НАТО очередную страшилку для усиления собственной власти. Зачем им усиливать власть? У него и так власть это самое прочная, и там нет никаких... Прочная, не прочная, но все равно колеблется рейтинг Путина. Как только... какие-то военные военные действия, рейтинг возрастает. Военные действия где-то прекращаются, рейтинг начинает уменьшаться. И так давайте дальше. Я вам тогда задам еще один вопрос, поскольку мы все-таки на политику съехали. Скажите, пожалуйста, поглощение ГДР ФРГ с точки зрения международного права, там все было соблюдено? Все было соблюдено. А референдумы были? Там, а кто сказал, что должен быть референдум? Они должны. Ну, два государства. Два и независимых что? Государства. Есть понятие демократия, которое имеет два вида. Непосредственная демократия – это референдум. И представительская демократия – это выборы. И ни в одном законодательстве, ни одной страны мира нету и быть не может, что нужно обязательно в каких-то вопросах проводить референдум. Нету такого. Вы раз в 4-5 лет, мы раз в 4-5 лет избираем депутатов, парламента, Рейхстага, там, Госдумы и так дальше. Все, мы передаем свои демократические полномочия нашим депутатам. Зачем для этого проводить референдум? Это Швейцария как бы проводит референдум по каждому поводу, но у них так исторически сложилось. А вы цепляетесь за референдум. Вы хотите сказать, что те референдумы, которые вы проводили в Луганске, в Донецке, в Запорожской, Херсонской области, в Крыму, это какие-то референдумы? Я бы не комментирую это. Для меня эта тема неведомая. Это смеху подобно. Это смеху подобно. То, что подобно. Я знаю, я пытаюсь говорить. И приводя какие-то аргументы. Нету нигде обязательного положения о проведении референдума. Ну, нету такого. Я исходил из того, что парламенты, страна, парламент... своя валюта, госаппарат, две страны. Ну, какая отдельная страна, если немцы всегда хотели воссоединиться? Ну, нет, две страны юридически было, две страны. Юридически, это другое, народа, это другое уже дело. Юридически это две страны. Парламент принял такое решение. Все. Хорошо. Были какие-то массовые выступления. Другое дело, что если бы, допустим, парламент ГДР принял решение о воссоединении с ФРГ, а население массово вышло на улицы с протестами, никто не вышел. Вот вам и референдум. Ну, там, может, и были какие протестные движения? Ну, какие-то единичные, единичные протестные движения есть всегда и по любому поводу. Это же не значит, что надо реагировать на то, что как бы два человека вышли с плакатом «Верните все взад». Ну, вышли два человека, они высказали свое мнение. Ну. Парламент реагирует на какие-то массовые вещи. Массовые. Вы вспомнили Швейцарию, но если я не ошибаюсь, Швейцария была образована на Венском конгрессе в 1815 году как независимое государство. Там как бы роль русского царя. Не наверное. Так? Я не помню. Вы сыпете датами и цифрами, гораздо лучше у вас память, как бы намного лучше, чем у меня. Да? Вот.
Просто там был какой-то очередной передел. Ну, а Галиция вошла в состав Австро-Венгрии после первого передела Польши, да? Да, 1772 год. 72-й, да? Да, да. Вот, и она, получается, до Первой мировой, там, это самое, до 18-го года было это самое, да? Ну, до развала Австро-Венгрии. До развала Австро-Венгрии. В октябре 18-го года она начала разваливаться. Вот тогда тоже возникает вопрос по истории Украины. В 1920 году Симон Петлюра, который, по-моему, был бухгалтером страховой компании, работал, ну, неважно, передал Волынь, Галицию... Состав Польши за Варшавским договором. Продал за 2 копейки. Он тогда не продал. В Украине говорили, что в вагоне значит... территория, а под вагоном территория. Ну, это не в Украине говорили, это красноармейская песенка, начнем с этого. Что они такое в Украине было, говорили. Это, было, да. В вагоне территория, да. Под вагоном... В вагоне директория, под вагоном территория. И потом дальше получается. Что значит продал, что значит отдал? Ну, он... Это самое, он подписал с Пилсудским Варшавский договор. За деньги, наверное, не знаю, какие там было. За какие деньги? Причем здесь деньги? Об этом я читал утолочка. Вот источник. Ну, прекрасно, говорит, что вы считаете утолочка. Интерпретация толочка – это интерпретация толочка. Поэтому я говорю, что читать то, что написал Петр Петрович сейчас, это бессмысленно. Варшавский договор был. Однозначно. По Варшавскому договору Польша ставала союзником Украинской Народной Республики, и Петлюра согласился на то, что Галиция и Западная Волынь будет в составе Польши. Да, однозначно. Никто же этого не отрицает. Но надо же понимать причины, почему это сделал, а не потому, что ему кто-то там деньги какие-то заплатил. Но это смешно. А причины? Якобы он должен был вернуть Петлюре власть. И Пилсудский потом двинул войска на Киев. Естественно, вернулся директория, вернулась в Киев, там, по-моему, на месяц, да? Потом они все-таки вынуждены были уйти, потому что не было социальной... Но это была попытка сохранить Украинскую Народную Республику, да, за счет, как отдельное государство. На тот момент уже Западная Украинская Народная Республика перестала существовать по факту. Да. Хотя правительство еще было в эмиграции до 23-го года. Вот. Но тут же надо понимать причины, зачем это все было сделано. Но там же еще получается, если немножко раньше взять это самое, вот историю возникновения украинского государства, вы не любите, говорят, что Ленин создал это самое сразу в штыки воспринимают. Ленин создал советскую Украину. Да. 1917 год образуется УНР, образуется Донецкая Криворожская республика, которую создали украинские большевики во главе с Артемом Сергеевым. Нет? Ну, а это ж не одновременно было. Вы все грузите, ну, в одну корзину. Не в один день, но в одном, в этом промежутке времени. И что? О. В чем суть вопроса? В 19 году пленум, по-моему, состоялся, и Ленин передает эти территории в состав Украинской Народной, по-моему, Советской Республики, так называлось. Какие территории, в какой состав? Донецкая Криворожская Республика. Да, Донецкая Криворожская Республика существовала только на бумаге. Исключительно. И то несколько недель. Там вообще был какой-то казус. УНР столица в Харькове, и Донецкая столица в Харькове. Потом они переезжают, типа, переносят столицу в Луганск. Да? Ну, это чистая игра господина Артема. Ну, то есть я суть вопроса не могу понять. В чем суть вопроса? Я говорю, что роль Ленина все-таки есть. Роль Ленина в создании советской Украины первостатейная. Он создал Советскую Украину. Тут опять-таки надо понимать, что почему Ленин, который был коммунистом, а идея коммунизма – это единое пролетарское государство на всей планете Земля, интернационализм, почему Ленин пошел на создание советских республик? Это что же надо понимать, с какой целью это делалось? Ведь он мог и не создавать эти республики. Не мог. Мне кажется, власть большевиков была слабой, и он должен был подыгрывать национальным элитам. Правильно. Если бы национальные элиты не создали украинское государство, если бы национальные элиты не создали белорусское государство, если бы национальные элиты не создали азербайджанское, армянское и грузинское государство, Закавказская республика, Кавказ, да,
тогда и не было бы необходимости идти им на уступки. Но поскольку эти элиты были, государственность была, и для того, чтобы сохранить свою собственную власть Ленин и большевиков, конечно, как вы правильно говорите, он пошел на уступки национальных элитов, потому что это был единственный возможный вариант сохранить свою собственную власть, а не создавать еще одно поле конфликта. Ленин был гениальный тактик, надо додать. Стратег, может быть, неважно, а тактик... Он... Как тактик, он гений тактик. Он сегодня говорил одно, завтра второе, послезавтра третье. Да, и абсолютно умел подобрать аргументы, почему он так быстро меняет свою позицию. Тут я с вами согласен полностью. Но там Центральная Рада просуществовала во главе со Скоропадским, по-моему, где-то 8 месяцев. Во главе с Грушевским. Грушевским, прошу прощения. Ну, а потом был с марта 17 по апрель 18, это не 8 месяцев, это, по-моему, 13. А 8 дальше месяцев гетьмана. Дальше 7,5 месяцев гетьмана, дальше директория. Да. Она называлась, это самая украинская просто держава. Украинская держава, украинская держава называлась. Я, кстати говоря, к Скоропадскому отношусь очень хорошо. Вот это может показаться. Почему я могу сказать хорошо? Потому что он закончил пажеский корпус, был женат на дочери Дурнового, входил в свиту царя. То есть он не был таким украинизатором. Он даже больше был, насколько я правильно понял, был сторонником федерализации. Скоропадский захватывал власть с целью восстановить российскую монархию. Он типичный русский монархист. Он опирался на русские правые партии. Его украинские партии не поддержали. Одна единственная партия, это хлеборобы-демократы его поддержали. У него была цель восстановить монархию. А легенду о том, что он украинский патриот, он себе придумал, уже будучи в эмиграции. Он же, по-моему, погиб под бомбежками в 44-м да, году, да? Да, в 45-м, по-моему. Вот. Но это не важно. Вот. Он типичный русский монархист. Ну, воспитание такое было, соответственно. Поэтому целью было не создание независимой Украины, а целью было восстановление российской монархии, начиная с территории Украины. Вот. А уже когда он пришел к власти, и когда он возглавил Украину как независимое государство, как бы у него появились и украинские симпатии. Тем более, что это единственное фактическое правительство в Украине, которое очень много сделало для украинской культуры. Он был украинизатором. Да. Большим, кстати, украинизатором. Он же и армию там создавал. Ну армию он хотел создать, немцы не позволили создать армию. Они ему позволили создать уже, когда поняли, что проигрывают войну. Ну, есть даже такое мнение, что территорию современной Украины на тот момент рисовал немецкий генерал Гофман. Вот. Не знаю, насколько это правдоподобно, или тут больше это самое мифов, чем... А потом получается... Что значит рисовать? Да с какой территории выгнали большевиков немцы? На такой территории было украинское государство. Ну там, по большому счету, же не было таких больших боестолкновений с РККА. Конечно, не было. Была слабая, рыхлая, не было социальной базы, Дело не в этом. Красная армия была от 45 до 60 тысяч в этот момент на территории Украины, не больше. А сюда пришло от 400 до 450 тысяч немецких и австрийских войск. То есть вступать в боестолкновение 1 к 10, ну вы же военный человек, какой же смысл? Было принято решение отступать, конечно. Даже если бы Красная Армия и окопалась и пыталась как бы что-то сделать, у них бы все равно ничего не получилось в тех условиях. Не, но если бы немцам дела хорошо шли на фронте, поэтому... если бы не переграли на Западном фронте. Тут соотношение сил 1 к 10. На какой смысл вступать в боестолкновение в этой ситуации? Потерять 60 тысяч РКК на территории Украины, что ли? Там же опять, если вот возвращаться к теме Первой мировой войны, то Германия уже в 15 году была жестко посажена на карточки. Был средний голод. Вот. И было, это, и по-моему, хорошо Лапа-Данилевский об этом писал. Лапа-Данилевский, по-моему, тоже украинец, да? Не знаю. А в Российской империи карточки были введены только на сахар в 16 году. То есть там, а поскольку были закрыты Черноморские проливы, а если почитать же тоже историков Некрича Геллера, да, то
хлеба было немерено, был экономический рост по сбору зерновых и в 2014, и в 2015, и в 2016, ну, в 2017 уже понятно. Да, только то проблема... Никакого голода не было. Проблема была в том, что в самом Петрограде, почему же начались восстания 23 февраля, домохозяйки вышли за хлебом, хлеба в Петрограде не было. Историки выяснили, что эшелон с хлебом стоял за 2,5 километра от Петрограда, эшелон с хлебом. Не было дров, чтобы паровоз запустить. Там больше было саботажа, насколько я понял. Была очень снежная зима, дороги перемело. То есть, ну, был хлеб, там саботаж. Не было, дешевого, не было там саботажа, но революция была. Ну, вот революция там. Революция, да, революция. Население с радостью встречало революцию. Там царь понял, что он попал в ловушку уже на станции Нижней Вишеры. Да дело он не в этом. Понял, он не понял. Люди хотели, которые требовали его отвлечения от власти, хотели сохранения монархии, но только без Николая II. Ну, он же, как и император, никакого участия в управлении государством не принимал, тормозил только все реформы, которые можно было тормозить. Почему это сам? Ну, извините. Думы это при царе вводились, демократия при Дума царе вводилась. Так что, от того, что царь этого хотел, Дума была введена, потому что революция была 905 год. Но это уступки. Решение, это было осмысление, понимание, это что уступки были. А дальше реформы надо. Витте сколько раз предлагал проводить реформы? Не провели, провели только аграрную реформу Столыпина, и все. Ну, кстати говоря, эта реформа была не Столыпина, ее разрабатывали другие люди. Почему ну, не важно. Но Столыпин, потому что он отвечал как министр внутренних дел за проведение этой реформы и всячески как бы, ну, способствовал проведению этой реформы. Понятно, что реформу готовят набор специалистов. Там, если бы цару удалось связаться, вот сам, он никогда не мог ожидать, что Алексеев, который, грубо говоря, обязан был ему военной карьере, будет среди участников заговора. Для него это было шоу. Он хотел выйти на командира корпусов с тем же киллером установить связь. С киллером первая шашка России, монархист, он бы не задумывая двинул первый корпус. Непонятно, как бы сложилась дальше ситуация. Ну, как бы это все, история не терпится, сложилась. Ну да, она сложилась так, как сложилась. Люди хотели спасти монархию без Николая. Потому что было понятно, что... Ну, это... тем не менее, знаете, манифеста об отречении никто не видел. Его нету. Есть телеграмма начальнику штаба с карандашной подписью. А самого манифеста на царском бланке его нету. Ну, нету, так и нету. Еще ни одна революция в мире, говорят историки, не совершалась в соответствии с Конституцией. Ну, естественно. Это нормальное явление. Ну, нету-то и нету. Может, было-то и где-то потеряли. Скажите, вот еще вопрос... Или я уже вас замучил? Ну, давайте последнее, а то слишком много. Вот жена говорит, заканчивай уже. Да? Да. Последний вопрос. Вот вы демонизируете Сталина, преступник он называется, пакт Молотова-Риббентропа. Конечно. Конечно. Но согласно этому пакту Молотова-Риббентропа Украина получила Галицию, Волынь. Не согласна. Это результат... имперской агрессивной политики Сталина. Украина могла получить, могла не получить. Это факт, который к желанию украинского народа не имеет никакого отношения. Это типично. Но тем не менее. Ну, тем не менее, да, получилось. А спасибо Сталину называется на этом. А в остальном, конечно, он демон. А в 45-м году еще Закарпатскую Украину. Негодяй и преступник. Да, по факту получилось так. Ну, я же говорю, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Это что-то хорошее сделал, да? Ничего хорошего он не сделал. Территории там... Ничего хорошего он не сделал. Это были территории Советского Союза. Он мог ее присоединить хоть к Карелии, по его личному желанию. Ну, присоединил к Украине, потому что это было, ну, как бы понятно и логично. Но это не заслуга Сталина. И тут спасибо ему говорить не за что. Потому что эти территории и так должны были войти в состав Украины, но большевики захватили это в 20-м году. Ну, Закарпатская Русь, может быть, не вошла, вот где территория Ужгорода, ну, вот это... может быть, опять-таки может. Закарпатская Украина провозгласила свою государственность, если вы знаете. И она всегда стремилась воссоединиться с так называемой Большой Украиной. Ну, русины вот там же жили. Правда, большое, украинцы там жили. Ну все, заканчиваем, русины, да? Это старое название украинцев, да. Удачи вам, Валерий. Всего доброго, до свидания. До свидания.
Вы из Украины? Из Украины, да. Откуда будете? Из Киевской области. Вы откуда? А я из города Таганрога. Понятно. О чем хотите пообщаться? Я хочу у вас спросить, как у вас там сейчас жизнь в бытовом? Война у нас 10 лет. Ага. Ну вот, это вот куряне уже как бы почувствовали на себе. Таганрог пока не почувствовал, но как бы в плане. Ага, в плане, да? Ну, я так Вы думаю. Вы готовы захватить всю? Зачем нам ваша Россия? Нам бы от вас отбиться, как бы. А думаете, отобьетесь? Думаю, что да. А вы хотите, чтобы нас захватила Россия? Ни в коем случае. России это не надо. Вас вот и я ж так думаю, что не надо. А зачем только тогда Запорожскую и Херсонскую область в Конституцию вписали? Я так и не понял. Чтобы вы ее не бомбили. Чтобы мы ее не бомбили. И как? Получается? Получится. Ну, получится. Смотрите, Курская область давно у вас в Конституции. И бомбим. Не помогает внесение в Конституцию. Ну, никак. Полностью согласен. Пусть бомбы падают курянам на головы, это нормально. Это ж именно для этого Путин начал войну, чтобы война не пришла на территорию России. А она взяла и пришла. Когда Путин начал войну? Путин когда начал войну? 24 февраля 2022 года. Но он же сказал, что мы начинаем СВО, чтобы война не пришла на территорию России. Ну, все по плану ж. Война же не пришла на территорию России. Курщина – это Украина. Правильно? Не важно. Я знаю, что не важно. Для вас ничего не важно. Я согласен. Вы мне, пожалуйста, скажите, а что было? Пожалуйста, скажу. Что? До 22 года была гибридная война вашей же Российской Федерации против Украины. А с 22-го стала не гибридная. Как это? Вы знаете, что Москва сделала Майдан? Вы в курсе? Москва сделала Майдан? Не в курсе. Расскажите, я буду в курсе. Вот это да, ну вы даете такое... Ну это вы даете, а я лечусь. Вы рассказываете, как там оно, Москва устроила Майдан. Я просто видел, как вот эти флаги российские были на Майдане. Были на Майдане, была палаточка, да, с патриотами России, которые понимали, какой должна быть Россия. Что она должна быть демократической и не путинской. Но были такие наивные ребята в 2014 году. Сейчас эта наивность пропала полностью. Они сделали Майдан, да? Нет, они не сделали Майдан. Они поддерживали украинцев в их борьбе против Януковича и авторитарного режима. Я понял. А зачем же тогда пошли на Донбасс? Мы на Донбасс пошли. У вас немножко в календаре путаница, молодой человек. Напомните мне, пожалуйста, в каком месяце АТО началось? В апреле, правильно? Как это зачем? Донбасс, в истории все Донбасс, по хронологии. Донбасс. Понимаете, по хронологии. Донбасс это апрель месяц. Апрель. А в феврале ваши войска зашли в Крым и отжали Крым. Вы их же не путаете месяцы в календаре. Вы знаете, что наши войска Стояли в определенных местах по договору, который вы в глаза даже не видели, в отличие от меня. И эти войска, даже если они и стояли там, зачем они блокировали военные части
Ну, я вопрос пытаюсь задать. Помолчите, пожалуйста. Зачем они блокировали украинские военные части, российские войска, в тех местах, где они стояли? Хорошо, я отвечаю на ваш вопрос. Наши войска не блокировали. Лжешь, негодяй. Лжешь, негодяй. А зачем российский спецназ захватил помещение парламента Крыма в ночь 26-е? Тоже не было. Лжешь, негодяй. Не было. Путин признал, что не было. А ты, негодяйский негодяй, здесь лжешь. С какой целью? Путин признал, что российские войска блокировали. Путин признал, что спецназ захватил Верховный Совет Автономной Республики. Путин, а ты сидишь, лжешь. Даже твой лгун Путин признал. Зачем ты лжешь? Что дает тебе ложь? Что тебе ложь дает? Оправдание твоей агрессии, что ли? Да. Минуточку. Как вас зовут? Неважно, для вас Степан Андреевич. Степан Андреевич, да. Я вам желаю здоровья, выжить в этой катавасии. Замечательно, дай вам Бог. Того же в двойном размере, только размер должен быть 2 на 1.5 и не более. Пшел вон отсюда. Добрый вечер. Здравствуйте. Какие темы беседуете в чат-рулетке? Вот, я ищу людей, с которыми можно поговорить. В основном все неадекватные. Да, какие темы? Да, любые темы. Про работу можно. Вот вы кем работаете? Я про работу здесь не общаюсь. А вы про что? Я об истории. Вам подходит такая тематика? Ну, в принципе, интересно. Хотя я не верю в историю. Я думаю, что это лженаука. Верить — это в конкурирующую фирму называется религия. А история, если вы хотите точно? Об истории пообщаться, мы пообщаемся. Нет, это не точная наука. Точная наука — это физика и математика, и там и проблемы есть. А история — это гуманитарная наука. Я так чувствую, что не подходит она вам. Я сам гуманитарий, не подходит, потому что я не верю в это. Я же говорю, верить — это в конкурирующую фирму. История базируется на знаниях и фактах, а не на доверии. Так предложите какую-то тему, кроме личной какой-то. Да ладно, ладно, я вижу, вам не интересно со мной. Мне ладно, интересно вам... с вами только кроме личных тем. Ну вы кто, ну, по специальности, если вы гуманитарий? Какая у вас специальность? Я актер. Вы актер? История искусств я изучал. Так это же ложь. Не было никаких искусств. О чем вы говорите? Так все ложь. Конечно. Нет правды на земле. Нет. Правды нет и выше. Выше не знаю, а на земле история искусств — это сплошная ложь. Слушайте, а вы вот у вас... согласны со мной? Ну почему? Есть же, то есть есть там... Как это? Если история — это ложь, а история искусств — это не ложь? Как интересно. Ну-ну, я вас прервал, простите. Ну, были как бы живописцы, да, там... Кто вам такое сказал? Не было живописцев. Все написали на принтере последние 20 лет. Ну что? Вот такая история у нас получается. Ну да. вот так вот. Доказательств здесь нет, понимаете? Вы идете в музей, это ж подделка последних 25-10 лет. Ну ладно, а Ван Правильно? Гог, например? Да какой Ван Гог? Ну, это ж все подделка. Не вообще, история — это абсолютный бред, а история искусств как часть бреда тоже ж бред. Вы как-то непоследовательный молодой человек. Ну, это хотя бы приятный бред. Это хотя бы интересно посмотреть на произведение. Все, произведения, только они созданы последние 50-70 лет. Какой там Микеланджело, раньше, какой раньше. Там Давид и какая Флоренция. Да ну бросьте раньше это все. Было 28 цивилизаций, наша цивилизация появилась буквально на днях. Так у вас какой-то вопрос. Раньше не было картин. Да не было, не было, не было. Говном вот так вот по стенкам писали, да и все. А на скальные хорошо, ну, а по вот камню выбивали. Это же не факт, подождите. Это же разные есть точка зрения на это. Я их лично видел. Да брось. На скальной. Да брось. Сибири. Да брось. Сибири лично видел. Это все подделка.
Это все подделка. Я это видел. Да нет, вам нарисовали, а вы поверили. Ну вы же сами не проводили как бы археологические расследования. Правильно, правильно. Это все ложь и провокация. Так вы какую страну выбирали для такого интеллектуального общения? Я пытался с вашими поговорить. Думал, что у вас там кто-то есть хотя бы умный. Не, нету никого. Все умные, все уже уехали. За остальными ТЦК гоняется, да. Вы же знаете, мы же с вами на одной волне. Мы не верим в историю. Мы сами видели наскальные живописные полотна Микеланджело. Я вот своему отцу, а отцу можно верить хотя бы, нет? Никому нельзя верить, вы же своими глазами не видели. Да. А он может... То, что отец рассказывал. Не, он может не лгать, он может выдумывать, фантазировать. Вот в детстве мы все фантазировали, мы же не лгали. А в старости тем более, все фантазеры. И вы скоро станете фантазером. Я уже стал, а вы, у вас еще немножко есть форы. Так вы хотели какой-то вопрос украинцу задать? Да мне что украинцу-то? Ничего. Ну вы же выбирали украинцев, с нашими говорили, вам что-то не понравилось там. Мне все понравилось. О, замечательно, отлично. Вам можно какой-то вопрос задать. Мне вообще вот любой можно. Любой вопрос. Я замечательно. Объясните, пожалуйста, что такое спин у миона? Спинка чего? Спин у миона. Я даже подскажу, что такое мюон. Я не знаю, что такое спин. Подождите, вы же сказали любой вопрос, уважаемый. Ну, можете задать. Я же не обещал ответить на него. Я буду задавать миллион вопросов, вы ни разу мне не ответите, и у нас будет прекрасная интеллектуальная беседа. Давайте я задам вопрос, на который вы ответите. Сколько будет 8 умножить на 7? 8 на 7? Да. Это не 48, нет, 56 или 48. Вот, смотрите, как замечательно у нас с вами получилось. Есть, оказывается, вопросы... Я понимаю, что вы спрашиваете, а так вы спрашиваете про спинку неона, это смешно. Почему смешно? Ведь вы же сказали любой вопрос. Любой вопрос, понимаете? А тут же заднюю дают. Да, я понял. Но никто не знает, что такое спинка неона, никто не ведает. Та не спинка, а спин. Кроме это момент вас. Вращения. А мион это что самая это? Маленькая частица. Ну, наберите вот, я про это в интернете. Ну, вы же сказали. А зачем уважаемая мне это чего мне это надо? Не знаю. Нахрена мне ваш вы мион? Сказали любой вопрос. Я задал любой, а он не подходит. А? Задал математический. Он подходит. Только ответа. Хороший нету. Вопрос. Нет, я не знаю ответа на этот вопрос. Извини, брат. Замечательно. Не, как простись, бы твоя мать под моим отцом не лежала. Не обижай меня словом, брат. Так ты Homo sapiens, нет? Я, да, конечно. Или а ты? Критикантер. А ты Homo neanderthalis? Я Homo sapiens. Серьезно? Нет, я Homo sapiens. А-а-а. Мы братья все Homo sapiens. Нет, мы не братья. А ты не знал об этом? Нет, мы не братья. А кто? Докажи. Сестры? Нет, и не сестры. Кто? У нас общие какие-то предки, но мы не братья. Ты немножко ошибаешься в биологии. Так бывает. Ну, мы... Мы поглотили неандертальцев. Они жили раньше нас здесь. Ну, может, мы их проглотили. Неандертальцы. А мы это все имеет вместе, какое брат. Отношение? Мы кто? Не, мы не оскорбляй меня словом, брат. Мне неприятно это слушать. От человека, не который не знает, что такое спин у миона. Это же элементарно. Хорошо, Ватсон. Расскажи мне. Просвети меня. Ну вот модель... Бог, полубог. Модель планетарной системы. Понимаешь, Солнце, а вокруг них нее планеты крутятся. Так вот, мюон на сегодняшний... Солнце, понимаю. Вот мюон на сегодняшний день. Ты завис. Извини, не брат ты мне, конечно. Конечно, не брат, 100%. Так вот, мюон – это мельчайшая ядерная частица, известная на сегодняшнее время. А спин – это вращение энергии там. О, спасибо тебе. Спасибо. Теперь ты, когда... Теперь можно мой вопрос? Да, можно конечно, мой вопрос? Конечно. Только учти одно. Расстояние. Только учти одно. Я не говорю, что я отвечаю на любые вопросы. Это ты сказал. Да, я не говорю. Нет, это ты сказал, что ты отвечаешь на любые. Мне можешь задать вопрос по истории.
И если я знаю на него ответ, я на него отвечу с удовольствием. А если не знаю, я комедию ломать не буду, скажу, не знаю. Слушаю. Слушай, ну спинка неона, смешной вопрос. Спин у мюона, а не спинка мюона. Ну, спин, да. Ну, это, в принципе, я тоже вопрос сам. Давай. Расстояние от Земли до Луны знаешь? Не знаю. Ну вот. Что, ну вот. И что? О чем с тобой говорить? Это ты сказал, что на любые вопросы. Спинку неона ты знаешь. Это ты сказал, что ты отвечаешь на любые вопросы. А я тебя четко предупредил. Мне можно задать вопрос по истории. И то не факт, что я на него отвечу. Это у вас у всех корона почему-то на ушах вязнет. Но у вас, но у тебя меня корона, нет, чувак. Нет. Я четко сказал, по истории. Ну ты со спином со своим вписался вообще не в тему. Я списался вот так в тему, очень в тему. Я этим вопросом сажу всех россиян, которые говорят, на любые темы я вопрос могу ответить. Первый же вопрос, россиянин выпадает в осадок. Ну ты расстояние знаешь от Земли до Луны. Не знаю, я и не объявлял, ну, что я знаю. А спинку не он знает. До тебя не доходит, да, до тебя не доходит. Ну а тебя тоже не доходит. Тяжело у тебя с логикой. Кроме улыбки, у тебя логики нет. Не, улыбка у тебя хорошая. Улыбка у тебя, звениры у тебя хорошие. У тебя книжка есть хоть одна? Дома книжку покажи мне свою. Свою, вот я даже тебе покажу книжку, где я автор есть. Так, чтобы что ты написал? Между там? Нами, девочка. Северная Корея или что там написано? Там не русским языком написано. Ты, естественно, не русским языком. Чтобы в Украине, да еще и на русском языке писали. Ты, чувак, не смеши меня. Даже что, актер должен понимать. На суржике написал? На суржике это ваши говорят на украинском. А ты на каком говоришь? Я говорю на литературном украинском языке. В отличие от тебя, который даже русского языка не знает. Хочешь, я проверю? Я английский. Это молодец. Я как бы в почтении. Нахрена мне украинский? Не, я про украинский тебя и спрашивать не собираюсь. Я хотел тебя проверить знания твои русского языка. Надо меня проверять. А, не надо. Ну да. Ты же сам можешь кого угодно проверить. Проверь мои знания уже украинского языка. Зачем мне ваш язык? Абсолютно не нужен. А жителям Курской области он уже пригодился. Вот, слушай, вопрос такой. А что вы там делаете? Что вы там отсиживаете? Воюем с тобой, с твоей армией. Ваша толпа зашла зачем-то в Курск? Нахера? Что там делаете? Не знаю, воюем. С кем? Кем там воюете? С вооруженными, с чеченцами, которые тут же сдриснули оттуда и сказали, вах, они прошли мимо наших пунктов, этот, который спикер этих чеченцев там. Украинские войска, оказывается, не в лоб штурмовали, как они думали, а взяли и обошли. Вы можете еще в Иркутскую область зайти. В Иркутскую область. В Иркутскую область зайдут китайцы. Куда ты делся сразу, трус паршивый?